Всем привет! Расскажу про технологию LUT, но только в ювелирной промышленности. Не платы. Берем логотип Toyota и сейчас будем распечатывать. Только надо распечатывать не на таком обычном листе, а на глянцевом. Чтобы потом с глянца, как фотобумага. То есть он чтобы был вот такой вот. То, что здесь напечатано было заранее, не обращайте внимания. Представьте, что он просто пустой. Это не отобразится на металле никак. То есть мы должны вот это изображение перенести на этот листик с помощью обычного лазерного принтера. Я же повторяю, он должен быть глянцевый лист. Если в этом изображении не имеет разницы, то есть зеркальное оно, не зеркальное, то печатаем так. Если, например, как имя, то оно должно быть зеркальным. А когда мы на листик распечатаем и переведем на металл, то будет правильной формы. А здесь должно быть зеркальным. Засовываем в принтер. Выбираем параметры печати. И нам нужно именно напечатать так, чтобы было качественно. То есть заходим сначала в свойства. И выбираем качество печати, чтобы она была именно красиво, четко. Сейчас посмотрю стандарт. Качество выставляем высшее. Четкий текст. Максимальная, четкие края, экономия тоннера выключена, плотность темный, чтобы выделено хорошо было, вот как здесь. Ну и в принципе все, нажимаем на печать и погнали. Вот, пожалуйста, то, что мы будем переводить. Видите, оно все блестит, кроме вот этой вот картинки, которая переведется к нам на металл, ну или куда вам нужно. Вот это и называется LUT. Лазерно-утюжная технология. То есть рисуем картинку, которая нам нужна. Сразу выбираем размер. Печатаем на лазерном принтере. И обязательно на глянцевой бумаге. И переводим на металл. Вот у нас почти 30 грамм веса серебра. Будем отливать. Отжигаем нашу пластиночку, чтобы немножко попустилось. Промываем в воде в чистой. Смиряемся с картинкой. Будем переводить. Лазерно-утюжная технология. Нам понадобится что? Металл у нас есть раскатанный, куда мы будем переводить. Картинка уже подрезал, примерил. Есть. Дальше утюг разогрел. Утюг ставим на разогрев на всю, на полную катушку. И дальше перед тем, как наносить, мы должны обезжирить, так сказать, детальку нашу. Обезжирить спиртом, ваткой протираем. Выбираем, на какую поверхность будем наносить. Какая, так скажем, более красивая. Ну, давайте вот это будет лицевая часть у нас. Берем септик. Чтобы у нас была чистая деталь, без залапок, без ничего. Картинка приготовлена. Утюг разогрет. Дальше прикладываем на нашу заготовку картиночку. Вот так. И начинаем утюгом хорошенько проглаживать. Я вот так ставлю, чтобы от утюга металл, ну в данном случае серебро, могло хорошо прогреться. И картинка с бумажки должна
с помощью жара от утюга перейти на металл. Думаю, минутку, две, а можно и три. И потом начинаем аккуратненько еще носиком проглаживать это все дело. Потому что какая-то деталька, эмблема может просто не пропечататься. И потом будет трудно улавливать это дело на металле, если тем более не лобзиком вы будете выпиливать, а, например, делать какую-то гравировку на металле. И это, скажем так, не перерисуется, ну, будет проблематично, придется вручную дорисовывать. Но я думаю, достаточно. Если вы делаете эту технологию как-то по-другому, напишите, пожалуйста, в комментарии. Дальше. Я беру такую посудину с теплой водичкой. Наша заготовочка с бумажкой. Ее надо как-то отклеить, чтобы рисунок у нас остался на металле, а бумажку убрать. Поэтому делаем как? В теплую водичку размокаем бумажку. Даем ей хорошо размокнуть. И пальцами, когда бумажка начинает пропитываться, начинаем сдирать. Вот если водить, вот я сейчас по буквам вожу, и она начинает скатываться. Вот она начинает скатываться. Можно, конечно, и в холодной воде. Я пробовал и в холодной. Но в теплой воде сама бумага глянцевая лучше впитывается. И вот у нас бумажка ушла. Картинка осталась. Перевелась вроде четенько. В данном случае мы будем вырезать лобзиком. Все, теперь протираем. Если видео оказалось годным, то, пожалуйста, поставьте лайк и напишите комментарий. Вот эту всю оболочку сверху мне будет неудобно держать и выпиливать внутренности. Поэтому я сейчас просверлю дырочку и буду выпиливать внутренности. И когда все внутренности выпилю, тогда уже буду делать ободок. Вот получается, лобзиком выпилил все внутренности. Это, конечно, потом все дорабатывается надфилями. Но сейчас, в данный момент, нужно еще вырезать окружность. Вот эту вот. Потому что если бы я изначально ее вырезал, мне бы неудобно было в руках держать и внутренности вот эти выпиливать. Поэтому сейчас все остальное металл мы будем срезать. Ну и вот, собственно, мои руки. И выпилил вот такой значочек. Так, ну вот выпилил, подобработал немножко. Ну, это еще черновое. И вот у меня есть кусочки цепочки. Думаю, чтобы оно так висело. Половинку из этой цепочки скусил. И вот сделаем сейчас вот такую штучку сюда. Ну и будет на цепочке висеть, на ключи, еще на что-нибудь. Так, ну вот, получается запаянное, звенья обработал. Так, что ж такое. Вот так вот. Сейчас в галтовку. Ну, а сам буду пока руки мыть и прибирать все это дело. А потом еще после колтовки отполируем. Ну вот, получается, изделие уже отполировал. Ультразвуки помыл. Вот такой вот брелочек на ключи из серебра. Можно сделать из золота, можно сделать из серебра. Можно из серебра и позолотить.
В принципе, и любой другой марки автомобиля тоже можно.